Всем привет, с вами Исхан и игра Dark Souls Remastered. Так, а почему у меня плюс один человечность? Ну ладно, неважно. Так, мы сейчас находимся в нарисованном мире... Блин, не помню название точно. Да и неважно. Так, в нарисованном мире находимся. Так, я в прошлом видео открыл короткий путь вон туда. И надо сейчас туда нам и идти как раз. Ах ты, я успел. Вот так. Так, я тут уровень после прошлого видео поднял, только я забыл, что я вкачивал. Не помню, что-то я вкачивал, короче. Так, давайте сюда посмотрим, что нас тут ждет. Там вороны еще какие-то. Что здесь вороны делают? Так, а где здесь шипзик был? Шипзик с факелом тут был где-то. Не помню. Непонятно, где он. А, вот этот, что ли? Он там не один. Вот так. Там у нас что? Там еще один шипзик, я смотрю. Лут есть. Что еще здесь есть? Там сзади никто не бежит за меня, со мной. Вроде нет. Так. Что здесь нас ждет еще? Блин. Круто, их тут всех понасадили. О как. Звуки, музыка какая-то мне не нравится. Пиромантия, кислотная струя. Хм. Кислотная струя. Святой пиромантии впереди. Спасибо. Так, так бы надо бы сказать спасибо ему, хотя я и сам заметил, но совет сам по себе хороший. Оценка. Да, совет сам по себе хороший. Так, ты там один же, да? Такой. А, нихуя себе! Ты откуда вообще выскочил? Блять. Выскочил откуда-то, непонятно откуда. Кто-то идет? Ага, так я и чуял. Блин, я поторопился. Душа гордого рыцаря. Роскошный ветер впереди. Ну, я бы не сказал. Фигня, видок. Так, пойдем туда вылазим. Вроде пока никто не идет. Большая душа гордого рыцаря, опять же. Все, здесь нет ничего. Значит, идем туда дальше. Так, вон там, ребята, какие-то толпа. Мне не нравится вообще никак. Они еще какие-то неприятные выглядят. Где он, ребята, какие-то вообще неприятные. Так, это куда? Откуда? Я слышу звуки ходьбы. Кто-то где-то ходит. Неприятный. Так, сюда спуститься или давай там сначала посмотрим. Кто где ходит? Здесь, что ли? Или наверху кто-то? Да, блядь. Блядь, кто меня зацепил? Кто там? Погоди, откуда? А, это этот. Ну, это мы знаем место. Это место, оно знакомое. Ты, ё-моё. Так, ну все, здесь нет ничего.
Сломанный прямой меч. Так, вниз нам не надо. Ну, тут что, клетки, что ли, получаются в тех квадратных ящиках? Видимо, какие-то клетки. Надо будет попробовать их разбить. Ладно, давай вниз теперь. Кстати, сразу говорю. У меня тут я небольшой эксперимент провожу в сегодняшнем видео. Проверяю чувствительность своего микрофона. Будет ли он улавливать звуки, которые находятся в соседней комнате. Поэтому, если вы сейчас услышите шум какой-нибудь неприятный и странный, не удивляйтесь. Так... Так, а вот здесь, так, я не знаю, кто там, по-моему, там кто-то стоит. Меня больше волнует, так, здесь надо, наверное, походу. Нет, здесь нет. Ах ты, ё-моё. Ты помер? Нет, ты еще живой. Сучка, сдохни нафиг. Блин, и здесь, и в этом Dark Souls эти ребята тоже есть, оказывается. Это неприятно. Берегись справа. Ну, теперь это уж поздняк. Надо было читать внимательно. Мне надо было это прочитать, а я не прочитал. Так, давайте поставим ему лайк. Блин, да это что ж я не... Вот так вот. Хороший совет. Только запоздал, правда. Так. Где один, там и два. По-любому еще есть. Да, по-любому. Так, вот два удара. Ему два удара надо этому, значит. Ну ладно, где два, там и три. Да, точняк. Где два, там и три. Так, помер, помер. Интересно, а здесь может вот этот колесо выпасть с них? В третьем Dark Souls вроде бы выпадает с них. Это колесо в виде щита используется. Шагурта, ай-яй-яй-яй-яй. Толпой на меня напасть решили. Как бы меня сейчас не убили. Блин, да что это? Че, еще живой, что ли? А че это он? Блин, прикольно. Ладно, забьем. Ну тот кто? А, ну да, это он просто на свету стоит. Поэтому так... Так и это пугал меня. На самом деле это тот же самый скелет с колесом. Надеюсь, вас больше не будет никаких тут противников. Надеюсь, все на этом, а? О, механизм какой-то. А этот механизм случаем не те или ворота открывает, которые я не так давно видел? Так, ну-ка надпись прочитаю. Тайная тропа впереди. Угу. Ну давайте активируем его, наверное, чтобы потом сюда не возвращаться. Опа. Статуя повернулась. И... Да, точно, это те самые ворота открылись. И ведут они, наверное, как к боссу. Даже 100% к боссу ведут. Хм. Но боссу так-то еще рановато идти мне, в принципе. -то. Я еще не все изучил. А, стоп. Вот так. Надо... Скелеты опять.
тайные катакомбы какие-то. Не упасть бы никуда я, чтоб, главное, чтоб никто со спины не напал еще. Ага. Привет. Так. От этого мы избавились. Ключ от пристройки. Это какой еще пристройки? Ключ от пристройки. Что за пристройка? Открывая ключ от флигеля в нарисованном мире Ариамиса. В этом морозном нарисованном мире есть строение, напоминающее древний собор. Его флигель служит своего рода складом. Блин, где? Какую дверь? Какую дверь, я не понял. Какой еще пристройка? Какой флигель, блядь? Догоняет. Так, окей. Ладно, давай в эту сторону пойдем. Давай, агрессия. Вот так. И тебя грохнули. Давай дальше пойдем. Ух, не люблю я такие лабиринты вообще. Кто стреляет? Ничего. Ладно, давай сюда сворачиваем. Так, ага. Ну-ка, а та дверь. Блин, а вот ты делаешь. А вот это куда ведет? Тупик. Ага, ловушка. Сам себя подставил. Нормально. Так, а это куда это? Угу. Привет. Пиромантия, огненная струя. Блин, столько пиромантии мы насобирали, а? Ладно, окей, давай отсюда сваливаем. Там где-то была лесенка вверх. Мне ее, ну, надо найти. Это вот сюда. Потом вот сюда. Нет. Вот сюда. Да, точно. Место, куда мы сейчас вылезли. Меня подсвечивают? Кто меня подсвечивает, я не понял. Где это мы? А, это я все тут же, да. Человечность получили. Жертвенное кольцо. Жертвенное кольцо — это круто, но я ими не пользуюсь. По крайней мере, не припоминаю, чтобы я им пользовался когда-нибудь. А, это вот здесь мы убили этого яйцеголового, или как он там называется. Так, ладно. Ну, с теми надо разбираться, по-моему. Блин, как с ними разобраться-то? Мне надо как-то аккуратно разобраться с этими. Они огнем. Они копьями же кидаются. Да. Херня. Ну-ка, если так. Ага, щитами. Да, ну нафиг, так неинтересно. Они меня сейчас убьют и все. Ой. Меня сейчас убьют. Мне надо куда-нибудь спрятаться. Так, и как же от вас избавиться-то?
вот так обходить вас и это убивать? Да вы скорее меня сами сейчас убьете. А я же говорю, сейчас меня сами убьют. Так, это все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха-муха. Пиздец полный вот эти ребята. Их слишком много. Были бы, ладно, бы один, там, два, не знаю. Угу. Сзади где-то в меня. Так, назад вернемся. Последний эстус, блядь. Зачем я их убиваю? Эй, блядь! Не понимаю, ты один? Последний остался? Да что-то сомнительно. Сомнительно, что ты последний. Да, точно, вон у вас еще сколько, дофига. Да, а у меня уже не осталось... лечилок. Так, там я не был, по-моему. Я тут и не был. Вот она это, вот откуда ключ этот. Что ты щит-то не берешь? Щит-то возьми в руку, ты чё? Во. А почему щит-то она не брала? Так, куда это ведет? Стоп, а мы тут, по-моему, были уже. Вот этот хрен мордастый меня сейчас убьет. Не понял, мне кажется, я тут уже был. Почему-то мне кажется, я тут был. Или не был? А, нет, меня здесь не было. И мы сюда не пойдем. Мне надо все-таки придется возвращаться к костру. Зараза. Потому что нет смысла дальше продолжать. Сейчас меня убьют просто вот и все. Не эти, так другие. Так, любят там у меня тут поорать некоторые. Давайте возвращаемся, короче. Это, блин, опять получается сейчас снова зачищать придется все это. Блин. Уровень. Ученость мне не надо, выносливость. Ловкость, да как-то тоже не особо надо. Сопротивляемость опять повышать, что ли? Да пофиг, опять сопротивляемость повысим. О, кстати, заклинание надо посмотреть. Пиромантию надо посмотреть, что там за новинки нам били. Так. Вот это вот бесполезное совсем. Давайте мы ее заменим на... Вот кислотный строй, что это? Пиромантия, неизвестная Великой Топи. Спускает кислоту, разъедающую оружие и доспехи. Не все виды пиромантии зародились в Великой Топи. Ходят слухи о неизвестных пиромантах, живущих в других землях. Это заклинание создано одним из таких чужестранцев. Имеет ли мне смысл его использовать? Не знаю, так пиромантия, неизвестная Великой Топи. Опять же, заклинатель выбрасывает струю огня из ладони. Не все виды пиромантии... Так, ну блин, понятно. Давай, наверное, вот лучше вот это место поджигания. Хуя, аж 80. Имеет ли вообще смысл его использовать? Давай-ка проверим.
Как оно действует? Иди сюда. А, вот оно как действует. Ну и фигня какая. Не особо понимаю толк от него. От этой пиромантии, ну да ладно. Вот так. Кирдык башка тебе. Так, давай с этими. Нет, забьем, давай сюда. Сюда пока нырнем. Иди сюда. Сюда, старшила. Ну-ка. Да ну нафиг. Ну нафиг, она про него, на него не действует вообще нифига. Блин, не получилось аккуратно. Продырявить его не получилось. Ладно. Так, давай постоим, подождем, когда сейчас у меня яд спадет с меня. Тогда продолжим. Мне надо вон там забрать какой-то лут. Засада впереди. Какая засада? Вот эти ребята? Ну так это мы и так догадались. Вот так вот. Хорошо получилось. Всегда бы так, а? Ты же один там? Блять. Да, блять. А, вот какая засада. Неприятно. Вот это вот неприятно. Вот, значит, про какую засаду речь шла. Так. Так, главное не подставляться, их тут двое. Я же говорю, не подставляться главное. А то сейчас мне хана будет. Так, та свалилась. Зачем-то. Спрыгнула. Ну, мне же даже лучше то, что она там убилась. Вон она, умерла. Ладно. Это у нас гарпии же, да, получается? Или кто? Хер узнает этих гарпий. Да, это все-таки, походу, гарпии. Так. Выжили. Мы выжили. Давай посмотрим, что это у нас. Печаль. Что значит печаль? О, а это случаем не кузнец ли, а? Хм, странно. Уголь тьмы. Надо будет этот кузнецу отдать. Понял, кто откуда. А, это он тут по мне шмаляет. Совсем офигел. Здесь. Что здесь? Хм, что здесь? Ладно, пойдем наверх. Посмотрим, там я был, не был. Так, вот эта дверь ломается. О, ломается, смотри-ка. Стоп. Тропа впереди. Рапира Велки. Так, нет, я думаю, туда мне точно не надо. Да, думаю, туда мне точно не надо. А вот наверх давай поднимемся. С этим размахаемся. Угу. Сучка.
там один? Что-то я сомневаюсь, что ты тут один. Ну да ладно. Так. Засада впереди. Опять засада. Здесь засада будет, да? Ну да, конечно. Куда же без вас-то, а? Давай-ка вот сюда. Так, одна из них, походу, упала опять. Ну, круто что. Где вторая? Вторая здесь. Блин, там опасно находиться. Там я дыра какая-то, я с ней упаду. Ладно, давай тут с тобой смахнемся. Вай-вай-вай-вай, подставь сам себя. Да, блядь, сейчас убьет нахуй меня. Все, выжили, справились, кое-как, через пень до колоду. Так, ты у нас куда ведешь? Маска Велки. Так, мы получили рапиру Велки, мас и кассет Велки. Давай посмотрим. Что за Велка такая? Что-то знакомое вообще. Маска продавцов индульгенций, служащих Велке богини греха. А, вот чё, почему знаком. Продавцы индульгенции выслушивают покаяние грешников, которые молят о прощении. Их маски символизируют страдания от мирских страстей. Так, и что у нас? Только сопротивление к проклятию и... Да нет, фигня это все. Фигня все это. Ну-ка, а доспех. Где он? Не поняла, как он называется. А как он назывался? Ладно, неважно. Так, рапиру сейчас тоже давай посмотрим. Рапира Велки. Это могучий меч, хорош для выпадов. Им вооружен продавец индульгенции, служащий Велке, богине греха. Это зачарованный клинок, не просто символ, будьте уверены. Продавец индульгенции – жестокий мечник, который владеет особой техникой боя. Магический урон? Доп-эффекты? А что это за доп-эффект? Блин, я не знаю, что это за доп-эффект. Магический урон, наверное. Повышенный, фиг его знает. Так. Куда вот это ведет? А, это... А, понял, это к дракону ведет. Ну, не, погоди. Возвращаемся. Это мы дорогу к дракону открыли. Нам это не надо дело. Так, возвращаемся, короче. Нам к дракону сейчас не надо. Мы тут еще не совсем разобрались. Так. Вот с теми ребятами. Их убивать всех нет или не стоит, не обязательно. Так-то бы надо бы, наверное, всех поубивать, чтобы они мне не мешали. Не, они так-то не мешают. Их можно обойти, они медленные, тупые. Мне охота их убить всех. А кто-то еще не ломается, нет? Так, минус один.
Так. Не, хреново, короче, идея здесь сейчас. Хреновенькая идея. Меня сейчас расстреляют просто тут таким макаром. Так. Давайте отойдем сюда от сюрпризов подальше. Так, пока живы. Ой, ё, я тебя и не заметил даже. Я тебя даже и не заметил. Так, пойдем посмотрим, кого там еще можно размахать. Эй-эй-эй, сейчас меня задамажат. Блин, неудачно получилось. Живы все еще. Ай-яй-яй, сам себя подставил под удар. Так, места не... Ух ты, ё-моё! Вроде медленные такие, как черепахи. На... А, один фиг так умудряется, блин, как-то подобраться быстро и неожиданно. Ах ты, сука! Блин, надеюсь, не зря я их всех убиваю. Будет какой-то от этого толк. Ну что, вот всех поубивал теперь. Берегись, печаль. Ну нет, никакого толка от этого нету. От их убийства. И вот этих ящик тоже ничего. Ладно, зря, значит, я тратил на них время, выходит. Выходит, зря. Пустая трата времени это было. Вот это путь к боссу, да? Ну да, в принципе. Хотя здесь я был, по-моему. Да, точно, я здесь был. Здесь я был. Это вот эта башня такая. По ней, вот, по этой лестнице подняться, я там попаду к дракону. Надо, по идее, с драконом теперь размахаться. Но для этого, думаю, стоит пойти к костру. И от костра бежать назад, игнорируя всех, к дракону бежать. А получится ли у меня всех проигнорировать, а? Блин, вот здесь, на этой локации, что, один только костер? Один костер всего лишь, да? Видимо, да. Так, ну-ка. Сейчас мы еще один уровень поднимем, чтобы душу не впустую, чтобы не проебать душу впустую, что обязательно произойдет. Использовать одну. Так, сколько там мне надо-то? Блять. Ну-ка, давай еще сейчас одного завалим. Вот этих завалим сейчас. Душ нафармим, так сказать. Немножко. Эх ты, гад. Все, пойдем. Так, поднимем мы все же, наверное. Может, так, а Вера, что нам? Ну ладно, она нам защиту поднимет. Сейчас, в конкретном случае. Так что пусть будет. Да блин, кого я думал, ты сейчас подбежишь ко мне? Так вас всех. Так, ну пойдем тогда. Пойдем, наверное, посюда. Попробуем.
попробуем размахаться с этим, с драконом. Не знаю, справлюсь ли я с ним сейчас или нет. Здесь будет посложнее, чем в долине дракона с ним воевать, потому что место такое не очень. Не очень, чтобы очень, поэтому будет навряд ли легко. Так, те на меня не сагрятся, надеюсь. Ну, пойдем. Э! Ты скотина, скотиняка. Надеюсь, ты одна тут. Так. Вроде пока никто не нападает. Больше. Хорошо, отлично. Давай теперь сейчас попробуем размахаться с этим дракошей. Сейчас он прибежит к нам. Ну, давай, беги. Мы сейчас пока тут встанем, понаблюдаем немножко. Затем, как ты движешь, как ты атакуешь. Тут же сзади никто на меня не нападет. Да вроде недолго. Давай понаблюдаем за ним. Он так же самое ядом будет атаковать и лапой, по-любому. Только вот... Какие зоны поражения. Ё-моё. Ах ты, ё-моё, вот это подстава. Ну-ка сюда будет достигать? Нет, сюда не достает. Так, погоди. И как же тебя... Блин, если я сейчас ближе подойду, он ведь атакует же. Он ведь физически атакует. Ладно, я-то еще как-то куда не шло. Но вот с этим... Блин, что, расстреливать его, что ли? Да как-то расстреливать его неохота. Не заслужил он такого обращения? Пока что. Ну-ка, здесь куда ты будешь бить? Если я сейчас ближе подойду, он лапой атакует. Так будем его атаковать. Да нет, он пока только ядом такой. Хотя может неожиданно потом и физический урон нанести. Знаем их, боссов этого Dark Souls. Они те еще любители подлянок. Не прошел дамаг. Не зацепил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, встал я как неудачно. Да ты че его не цепляешь-то его? Кто хочет атаковать, то не атакует. Я не пойму я. Нихуя не прошел там. Эй, траванул меня все-таки прилично так. Урона еще нанес. Давай ему по носу. И вот. Так, ну в принципе тактика такая. Такая себе тактика, но рабочая. Единственное, я боюсь его физических атак. Вот чего я боюсь. Блин, по лапе не попадаю. То попадает, то нет вообще. Вау. Че, убил? Ха. Ну ладно, это получилось не так уж и сложно, не так уж и страшно, как я боялся. Хотя тактика, должна признаться, не такая уж, чтобы честная.
не самая лучшая тактика, драконья чешуя. Но главное, что тактика действенная. Это главное. Кровавый щит. Опа. Кровавый щит. Красиво звучит. Кровавый щит, упоминающийся в потерянных легендах. Как кровавый багрянец, усилен легкими чарами и защищает от различного урона. От различного, это какого? От огня, молнии. В принципе, это... Но у него стабильность ниже. Блин, ладно. Запомним, на заметку возьмем его. Так, вот дальше там. Там дальше может? О, это что, еще живой? Так, ну-ка. А, вот как. Хо. И чё, и нафига мне сюда надо? Мы его подняли, конечно, но только зачем нам? Ладно, фигня все это. Пойдем отсюда вот тогда. Непонятно. Для чего здесь вообще стоял этот дракон нежить? Он нафиг тут не нужен. Поэтому пойдемте отсюда. И пойдем мы тогда, наверное, сразу к боссу. Пофиг. А мне не сюда надо. И не сюда. А куда мне надо? Ай, блядь, я же спрыгнул. Ну ладно, тогда, значит, пойдем по этому пути. Здесь, конечно, эти сейчас горгули будут. Ой, тут горгули эти. Гарпи. Что-то нет ее. Ну и фиг на нее. Пойдем тогда вперед. На босса. 8000 душ, правда, жалковато. Жалко будет, но да фиг с ним. Не так уж и много. Переживем. Ой. Блин, гады такие. Прячутся от меня. В ловушке устраивают. И опять и сзади еще. Хуя себе. Вообще офигеть. А ты кто? Иди твою налево. Ай-яй-яй. Подстава. Ну и ладно. Не так уж и сложно оказалось. Главное не подставляться под атаки. Большой осколок титанита. Кто это вообще был? И какого хрена он здесь забыл, я не пойму. Так, будут еще сюрпризы. Пока сюрпризов нету. Бей смирение. Берегись атаки. В смысле, вы что, предлагаете мне не атаковать, что ли? Что-то я не понял. Берегись атаки. Бей смирение. Хм. Ну, а может это не босс? Вроде босс. По крайней мере, выделяется. А вот... Погодите, а вот полоса ХП нету, полосы ХП. Красотка. Кто это такая вообще? Ну-ка. Пока не атакуют. Кто ты? Ты не из нас. Если ты по ошибке входишь в этот мир, ныряй обратно и поспеши домой.
Если ищешь ты меня, твои желания не имеют значения. Ноги. Возвращайся обратно. Это мирная земля, ее жители добрые, но тебе здесь не место. Я бы с удовольствием, если бы знал как. Прошу тебя, ныряй обратно и поспеши домой. Знаешь, детка, я бы с удовольствием, если бы знал как. Ладно, говорят, не атакуют. Она не атакует, вроде зла мне не желает. Блин, наверное, не стоит на нее нападать, да? Хотя, если честно, очень хочется попробовать этого босса с хвостиком. Ну ладно, не атакуй же, значит, и я не буду. Ну да, видимо, правильно сделал, что не атаковал, раз сейчас катсцена запустила, значит, это так и должно быть. Хотя, интересно, что было бы, если бы я атаковал? Наверняка на меня грех бы повис, 100%. Че, падать, что ли, будешь? Прыгать? О, какой смелый. Я бы не решился. Косточка возвращения. И вот мы в Анор-Лондо. Ну, что тут скажешь? Я не знаю, правильно ли я поступил, не став атаковать ее. Но мне все-таки кажется, что лучше бы, что я правильно все сделал. Потому что у меня такое подозрение было, что раз там не было вот этой вот полосы ХП, не было сразу имени, значит, здесь было два варианта, либо атаковать, либо нет. И раз она сама не атаковала, то и я атаковать не стал, потому что у меня было подозрение, что потом может на меня грех наложиться. А я не хочу себе сейчас никаких грехов, потом бегать из отпущения искать, прочая фигня, ну и нафиг. Такое счастье. Так что давайте мы на этом... В любом случае, я сюда потом еще смогу же вернуться. Ах ты гад. Давайте мы на этом и закончим. Я сейчас запись остановлю, а сам вернусь к костру Анор-Лондо. Да, я так и сделаю. Не буду я сейчас показывать, как я тут снова это все зачищал, потому что это все уже вы видели. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. И да, если кто-то в курсе, пишите все-таки, правильно ли я поступил, не став ее атаковать. Если их надо было и убить, то в следующий раз, когда получу возможность перемещения, я сюда вернусь и попробую ее завалить, если все-таки ее надо было завалить. А сейчас всем спасибо и всем пока.